У нас есть две записи. Одна эталонная и вторая, которую мы будем подгонять под эталонную при помощи EQ-матчинга. Звучит это не так. Вот, вторая звучит совсем плохо. Так, добавляем озон на первый трек. И вот эту кривую, в общем, пытаемся собрать информацию, какие частотные характеристики этого трека. Как видно, эта кривая частотная АЧХ, она дергается слишком быстро, поэтому надо выставить так, чтобы информация бралась за 10 секунд. Сохраняем в профиль А, когда кривая дойдет до своего, так сказать, максимума, и сохраняем ее в файлик. Закрываем. Теперь вешаем озон на второй трек. Тоже выстраиваем 10 секунд. И пытаемся тоже собрать его профиль. Так, профиль собран. Так, можно сказать, тут надо нажать не аналог будет, а матчинг. Снова снапшоты. Значит, первый трек А – это таргет, это значит цель, то есть на него будем равняться, а трек Б должен быть выставлен source, то есть, значит, из него будем делать похоже на трек А. Вот, включаем запись и снимаем байпас, чтобы эффект начал работать. Значимые, то есть матчинг уже начинает работать, и важный параметр здесь — это количество этого матчинга, но обычно от 0 до 100, вот обычно 50 нужно как бы делать, ну сколько хотите. И смусинг — это значит, какая кривая будет, какая, насколько кривая будет кривая, обычно что-то типа 0,50. вот, сравним теперь, как все это звучит. Примерно похоже уже. И вот теперь, значит, с матчингом и без матчинга. Сначала без. Как слышно, разница стала уже не такой драматичной. В общем, работает EQ-матчинг.